Якипака и Логинов свою смену провели. Индрушес установил контроль правого края. Вот пас перехватили. Жестко, очень жестко сыграно против Чесалина. Он лежит на льду, но он успевает выбросить шайбу. Недовольно свистят трибуны. И только сейчас игра остановлена. Морозов Моисееву и Ефремову объясняют, что не надо так делать. Как поступили против Чесалина. Давайте дождемся повтора. Приводит в порядок пока что нападающего Сибири. Поднимается он со льда. Здоровья давайте пожелаем Евгению. Схватился за лицо Чесалин. Ой-ой-ой, по голове попал Моисеев в этом эпизоде. Атаковал то, что называется, со слепой стороны.